Какова сейчас ситуация в Молодой гвардии по Татарстану? То есть не сложилось ли там двоевластие, потому что они все равно как-то Москве подчиняются, а вы на них опираетесь во время избирательной кампании? И второй вопрос. Вы политический долгожитель. Насколько для вас беспрецедентна вот эта ситуация, когда, можно сказать, палки в колеса вставляют дружественная вам организация? Действительно, для молодежного крыла нашего отделения партии, нашего регионального отделения, в случае беспрецедентной, это ослабило нашу позицию. Ну, я думаю, что некоторая часть людей в растерянности. Ксения без работы, ее отстранили приказом из Москвы. Я написал письмо, я вам сказал Давыдову о том, что объясните, пожалуйста, по каким мотивам, что за приказ, за что отстранена, покажите мне документы. До сих пор я ответа не получил, от Неверова, на поставленный вопрос я получил ответ. От Давыдова нет. Мы думаем, что я жду ответа, после которого мы будем принимать решение, что делать. Надо будет молодежное крыло, какое-то обновление делать или Ксению сохранять там. После получения ответа я могу тут действовать. Второй вопрос касается... Двоевластия в Молодой гвардии. Какова сейчас там ситуация? Двоевластия нет. Там исполняющий обязанности человек есть, который ведет эту работу. А того, кого назначили из Москвы, непочатых, мы еще в Казани не видим. Она не живет в Казани, она живет в Москве, мы ее не знаем. Назначили. На Салана не знаю, что еще тут делать. Так, ну назначили. Я полагаю, что пока составом, значит, активистов Молодой гвардии Татарстана в лице там исполняющих обязанности, заместителя, мы эту избирательную кампанию будем проводить до конца.